Ну что, в путь дорогу побеждать Пинстрайпа. И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Taurus Gaming Revival, и с вами снова я, Кирик. И мы уже, можно сказать, завершаем прохождение на первую концовку игры под названием Crash Bandicoot Nitro Fueled КТР гоночки ремастер. И относительно на то, что мы прошли четвертый варпрум, точнее мы там прошли 4 трассы, и нам осталось победить босса Пинстрайпа и самого Оксида. Погнали побежать Пинстрайпа. Вы выбрали Крэша. И по традиции нужно, наверное, рассказать о этом боссе. Начну с того, что Пинстрайп появлялся в игре в серии Crash Bandicoot только один раз, не считая КТР. Это была самая первая часть, и он находился пятым боссом, вроде, или четвертым. Четвертым боссом на третьем острове. Это личное тело защитник Кортекса. Появлялся только в первой части, вот сейчас появляется в этой эре. Я могу сказать, что это самый сложный босс в игре, наверное. Я смею это сказать. Да, я проходил для себя обычную кампанию. Я Оксида прошел с первого раза. А вот Пинстрайпа грохнул, наверное, минут 40. Такой оказался сложный для меня. Ну все, как бы против меня, и трасса, и... Да и все. Не люблю этот раз. Что же говорил? Хоть я прошел с первого раза. Ой. Ё. Сейчас можно мне на Пинстрайпе выстраивать надолго, на самом деле. Только раз на эти 40 минут. Вот и проблемы. Ну, конечно, все хорошо, но мало. На самом деле, победить Пинстрайпа довольно легко, если заставить его вот тут пасть. Ой-ой, а тут мы сами падаем. Нужно рестарт. Тут мы уже, скорее всего, не выиграем. Заставить его упасть там, то, конечно, он будет регенерироваться. Делать довольно большой отрыв. Работает почти 100%. В примере я Пинстрайпа именно так победил. Раз, два, три. А для босса мне нужно просто держаться на первом месте и не давать первое место до конца. Если я держусь за такой системой, то проблем не будет. Босс ничем зарядить не может. Как обычные гонщики, ракеты и так далее. Он только может, если что сделать, кидать чем-то, когда мы ниже его по местам. Кто-то в 32. Так что типа довольно простая. Не давать первое место, так сказать, довольно сложно на самом-то деле. Если использовать эту связку, то, в принципе, не особо.
Раз, два, три. Ну, да, блин. Обидно. Такую ловушку попали. И шансов, конечно, у нас теперь победить очень мало. Это явно не то, что нам нужно. Мне кажется, даже средства не поможет. Можно выиграть? Компьютер сломается, и он упадет. Опа. Ну или так, например. Нет. И вот. Мы уже можем решать. Почти его победили. Нужно было дрифтовать. А, я думал, драться уже кончилось, но нет. Ай, нужно было рисковать, дрифтовать, и были мы бы первыми. Ну ладно, переиграем снова. Ну ладно, в принципе, мы никуда не торопимся. Господи. Всего лишь два босса нам предстоит за серию эту. Это было хорошо. Это было прекрасно просто. Посмотрите, где зацелил Пинстрайк. Посмотрите, где мы. Дорогой. Ну, кстати, если мы сейчас падать не будем, то мы уже обязаны выиграть. Небо и Земля. Также не разрушены будем ты и я. Он еще на ТНТ попал, и он еще на ТНТ попадает. Он еще попал на ТНТ. Ну это все, это... Должна быть, должно быть из Земли. Я сейчас обосрался, потому что мы на секунду были вторыми. Я даже не понял, почему. Должно быть ли так быть или нет. А трасса, блин, длинная. Смотрите, какие у пинстрайпа проблемы. Мы уже все, мы уже должны без особых проблем занять это первое место. И побежать Актида. И по мне... Мы очень хорошо играем.
Только как бы, что мы сейчас... Запорим все. И все. И будет без шансов. На самом деле, так хорошо я на этой трассе еще не играл. Как сейчас. Топ-сидер точно явные проблемы. Почему выкида? О, пинстрайпа. Ой-ой-ой! Сглазил, блин, сглазил! Смотри, что есть, ну... Может и уйти, на самом-то деле. Это все-таки... Ёшкин каравай, босс! Мы пришли первые, но последний круг это худшее, что могло быть с нами. Ужас, 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 кошмар, ужас. So, you've beat me fair and square. I doubt you'll be this lucky with Oxide. He's a key for your troubles. Ah, brother. То же самое, он мог мне снять пистолет и Крэш застрелить, и потех Сида убивать. Все убивать, все обгонять. Нет, он нам дает ключ. Все честно. И теперь будет сама битва с Оксидом. После длительной загрузки. The little Terra Vermin has finally collected all the trophies to become world champion. What took you so long? Now we prove who the fastest driver really is. Ну, можно и так сказать. Погнали побежать Оксида. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Трассу мы это видели. И Оксид начинает на секунду раньше. Вот его жулик, да? И делает Оксид, он кидается вообще всем, чем кидались все враги. Оксид жулик. Вот так он свое первое место и получил, блин. Жулик он кидает. Я первый раз, у меня была такая тактика. Погнать его? Давать ему стать первым. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это оксид. Бурдагой. 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 И легче.
Бум. Если мы после этого будем первыми, это будет, конечно, сложный момент. Сложно, сложно. Знаешь, в принципе, да. Понятно, такая же, как и с Пинстрайком. Стать первым... Не-не, давай свое преимущество. Но из-за того, что Оксид стартует на секунду раньше... Проходим Оксид в баланс. На балансе уже его становится сложнее. Маску, дорогой. Ну, не девай. Ну так, зачем? Так, зачем, почему? Погнали. Спин. Без шансов. Чувствую, я здесь надолго. Хотел бы вот так, но сейчас мы будем их использовать. Сейчас у нас будет какое-то хорошее оружие. Такое себе. Все, идеал уже и портится. Так что дальше будем просто ехать. Даже, возможно, с ними не пользуются. Ладно, надо бы не нужны тут. Здесь надо хорошие. Дай, ненавижу эту штуки. Ну, вот там что-то штука может. Что такое? Что ж нам нужно? Что вообще? И вот попробуй проесть. Это называется. Просто нужно как-то занять первое место. Давай ничего в себе сделаем.
Тут невозможно сделать. Что вообще? Да и юбка, что ли? Будет никак. Раз, два, три. Все, ура! Влад получился сделать даже спин. Типа маску, маску, типа маску, бар. Типа спасибо. Чтобы выпадала только одна маска, мы обогнали его, давали первый. Так, это, ну, как обычный инстрайк, наверное. Ну, смотрите, какой большой отрыв. Ну, смысл, да. Еще обычная колбочка, блин. Ёшкин кот! Я бы вырезал себя по-другому, но не буду. Ну это лучшая попытка наша. Опа. Дает нам небольшую фору, чтобы сделать спины, блин. Конечно, еще больше. Урдага! Рестарт. Ай! Да, застряли надолго. Зеленый ничего, зеленый все нормально. Синьки-то легко. Нитро это легко. Если он нитро оксид, то он должен только нитро кидаться. Ничем другим. Давай, давай, ровная поверхность. Ровная поверхность. Ладно, вот это. Ладно, небольшой, большой приклас. Видим, если большой. Пошел, 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 пошел. Можно мы не будем ему отдавать под первое место до конца всех трасс. Спасибо. Сейчас, по идее, главное не падать. Будем падать, все, это будет лад. Не будем падать, у нас будет... Вот. Из трех возможных ни разу. Его. Значит, у нас проблема. Попади ровно в синьки. Забыл, что лучше, чем скрипты. Ну, же все равно это лучше. Ну, я уже тут хз. Ну,
это лучшая попытка пока что. Ну, хотя бы будет первый. Более-менее положительный срок. Как мы не этому попадаем? Сгладил. И... Нужно поезжать? Да, он делает в центр, проезжает по центру. Все, мы не для этого делаем в центр, а проезжает по центру. Игра большая там. Есть какие-то шансы? Способность только, я как-то чудо, но без чуда могут спасти. Маска. Попался, гад. Попался, и он... Остановился. Я буду Final Throw. Final Lap. Вполне шансы есть. Там нужно ничего не бояться и тупо дрифтовать. Это, наверное, самый главный плюс этого. Право. Фига дрифт не получается. Ну вот он, гадина вонючая. И наша победа, которая так заветная для нас. Все, такие проблемы. Первый раз мы сейчас доедем до конца. Победе так близко мы были никогда близки. На 3 секунды мы сдали бы. Да, первый круг мы вообще идеально проехали. Второй. Что сказать, стоит пошли. В принципе, едет он на самом деле не так уже быстро. Как мне кажется. Нам не нужно пытаться ехать быстро. Нужно пытаться ехать осторожно больше. Надеюсь на то, что нам просто будет вести с выбором оружия. Я все это будет неуверенностью. Это же нет. Все это реально. Так, просто как-то ехать. Мы начинаем ехать быстрее, вот так, да? Он? Позади нас. Позади нас, он нам прощается дальше. Он особо быстро ты не едет. Вот в чем прикол, я повторюсь. Бурдага. Правильно, может, мы можем делать ее сами, вот как сейчас, например. Тут нужно крепость посерединке. Главное быть аккуратным.
босс больше о том, как создать тебе проблемы, чем... Он просто... работает по скрипту. Ну, но скрипт не такой уж сложный, я повторюсь. Ну, наверное, не тащит, как по мне. Сейчас нам уже давно были бы первыми, либо... Если бы они не ехали, то он стоять туда. То мы бы врезались, точнее упали бы. Ну, мы сейчас были бы первыми. Как мне кажется. Игра нас тоже тянет за уши. Это, конечно, не видит, понятно. Я не перемазки подряд. Здесь я скажу, что первое место. В этот раз. В принципе, я всегда вижу воду. Так уж далеко от нас. Спрятаться. И уехать. Это же не крыш будет в грядке, это крыш будет в гонке. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя последний круг. Бро, ответ небольшой. В принципе. Пару масок и... Ну, первый месяц. Скажите, эти маски или нет, это не жалко. Ну, первый раз не маску, это видим. Ну... Я по мне уже буду дышать. Блин, нам получится как начало. Туда с помощью маты. Ну, плохо верим. Ну, вот ответ нужно глазить теперь. Человек не это красный, но точно это уйдет. Он у меня самое неприятное. Рестарт. Пошел, гад. Теперь нужно не отдавать. Потому что еле-еле он так же не крутится. Или что, наверное, только. По скорости. Вторые сразу же пихать. У него сейчас больше проблем, чем у нас. У него уж не радуется это. Слушай, он сейчас видит, как видно, слишком долго обычно, нет, не надо. Дорогой. Уходи. Да ну нафиг. Мне кажется, это слишком обидно. Будет правдой. Вот так вот далеко. Ну, просто если это было бы средство, а не наоборот. Да, вначале нужно лезть на ракеты или на маску. Ну такое. Ну
Ну какой, посмотри. Нам главное научиться правильно его стрелять. Мне кажется, вы можете выйти от начала, как ты вначале начал, что тебе дали, как ты дальше и продолжишь. Вначале маска или ракета. Ты занимаешь первое место. Там небольшое количество времени. Потом уже не отдает его. Сказаю, что ракета его как раз пихает. Вот и я смотрел, что там. Сейчас мы будем как раз проблема. На самом деле это тоже, но... Попадись. Никак не попался. Видите, как бы... Не так все плохо. Оп, так. После первого круга мы первые. Сейчас носу по карфа. Сейчас мы можем нас обогнать вперед. Давай. Спасибо деду за победу. Спасибо тебе за оружие. Можно. Вот так же помогал. Он уже попадется. А нет, не попался. Гад. Гад. Да. Со второго круга мы первые. Должно быть что-то значить. Не, должно быть, еще должны победить. Это работает в обратном направлении? Наверное, нет. Проверять я тоже не хочу. Там если не работает, то мы сейчас не должны уже первое место, так точно отдавать. Это чисто мое мнение. Первые Оксид побежден на целых 2 секунды. Да. Пройден. Так, в принципе, игра на первую концовку.
I can't believe you beat me! I never lose! How embarrassing! I'll be the laughingstock of all Gazmoxia! Fine! Your miserable planet stays gushy and green! At least you still haven't gathered all my time relics! Until you've collected all of those and race me again, you'll never be able to claim you are the fastest! This won't be the last time you'll face nitrous oxide! We will meet again! Ну, Брит говорит то, что... Да, ты меня сейчас победил, ты не молодец, но... Тебе никогда не победить мои рекорды на трассах, ты не возьмешь реликвии. И также ты не соберешь все буквы, как это сделал я. Скорее всего, он вот это вот и говорит. Ну что? Dancing and Napping. Мы прошли ремастер КТР. И как всегда, я в конце игры, когда титры высказывают свое мнение об игре. Я первую часть, я второй, я третий. Я не помню, я много говорил я о КТРе вообще. И свои воспоминания о нем. Да, в принципе, наверное, мало. Так что скажу, наверное, в титрах как раз. Я играл в КТР, как я говорил еще в этом Vincent Trilogy. Я его проходил, не на все 100%, но все равно проходил. Но играл я в него достаточно мало. Я, конечно, эту игру ждал, но... Не с таким восторгом. Например, если бы вышел бы Крабаш, я, наверное, чуть побольше бы радовался. А так, гонка сделана в таком же стиле, как и первая часть, что круто. Они передали саму атмосферу дрифта и всего. Музыки, боссов, празднований и т.д. Еще добавили дополнительные костюмы, что только придает атмосферу, что, по мне, круто. КТР, наверное, самая крутая гонка, как по мне, которая вообще когда-то выходила. И вышел офигенный ремастер, который заслуживает покупки, если вы играете на консолях, это, например, на Twitch, на Xbox, и на PlayStation 4 она, конечно, вышла. На ПК я пока что не добавили. Так что, если вы любите Крэша, и у вас есть одна из этих консолей, то покупайте, вы останетесь довольны. Гонка крутая. Лично мне было приятно ее проходить. Но, конечно, это не конец пути. Мы будем проходить на все реликты, точнее, на сапфировые. Я сомневаюсь, что мы все-таки получится получить голдовые и платиновые. Но я их получу рано или поздно, это дело только времени. Может быть, займусь на свой канал, или когда пройду полностью, я... Просто это все сплею и в отдельный ролик выложу. Ну, пока что на этом все. Дальше мы будем, да, получать реликты и значки КТР, будет много интересного, это будет только дальше. А так, хочу подождать, игра крутая, я ставлю вас наедине с титрами. Да. Ну что, если вы здесь впервые на канале Tower Gaming Revival, подписывайтесь на него, ведь тут проходят крутые игрушки, например, скажем, Бандикут. Да и много еще проходит, так что подписывайтесь. А также ставьте лайк и оставьте комментарий. Все читаю, все чекаю, будет приятно с вами пообщаться в комментариях. И ваше мнение увидеть, услышать об игре. Ну, как бы, на этом все. Можете подписаться на мои два личных канала, я первый канал Кирика, где выходят различные видео по играм, и блоги, и так далее, конфликт не будет очень приятно. На второй канал Кирилл в сайте, где выходят видео по фифе и по реальному футболу. Так что, подпишитесь, буду рад. Ну что, оставляю вас наедине с титрами, а с вами был Кирик. Всем удачи, всем пока. До свидания. Вы? А, и да. Вот эти вот хлопки в конце. Я надеюсь, что это отсылка к Crash Bash. Что в конце титров Crash Bash как раз были вот эти вот... Салюты. Значит, надеюсь, что будет еще ремастер Crash Bash, и я буду вообще сейчас. Все, всем удачи, всем.
Всем пока.